Потребительская кооперация – отрасль, обслуживающая людей на селе. Это большой и дружный коллектив представителей смежных структур, районных потребительских обществ, филиалов и унитарных обществ. Людей, изо дня в день работающих для того, чтобы все уголки области были обеспечены свежими и качественными продуктами, а также товарами первой необходимости, которые в небольших населенных пунктах поистине на вес золота. Потенциальные покупатели продукции исчисляются сотнями тысяч, что является хорошей возможностью говорить о том, что Брест-Облпотребсоюз востребован. Удалось сохранить коллектив. Сохранить тот потенциал трудовой, на который мы опираемся и опираясь на который мы сможем достичь более серьезных результатов в предстоящем году. Поэтому я думаю, что будущее, в общем-то, у нас есть, и результаты Облпотребсоюза мы должны поднять еще на планку выше, и наши результаты должны быть в Белкопсоюзе, как и всегда, на первых позициях. Большой перечень продукции, который реализует Брест-Облпотребсоюз, был представлен в юбилейный вечер в фойе общественно-культурного центра. Одним из первых оценил уровень и качество товаров председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис. Губернатор ознакомился с продуктовой и промышленной линейкой. Высокое качество и доступная цена – залог успешности работы, которая высоко оценивается не только в области, но и в стране в целом. Брестская область, является одним из основных источников поставки продуктов сельских подворий на прилавок в целом Республики Беларусь. В некоторые месяцы сюда съезжается вся республика. Летом, май, июль месяц. Для того, чтобы сделать здесь заготовки и реализовывать эту продукцию на прилавках у нас в Республике Беларусь и на экспорт. Юбилей – это хорошая возможность сказать спасибо ветеранам труда за созданную сильную базу, на которой сегодня продолжает развиваться Брест-Облпотребсоюз, за опыт, за помощь и верность своему делу. Поблагодарить сегодняшних работников организации за щедрость и открытость, мудрость и активность, с которой осваиваются технологии и передовые новинки. И руководство, и коллектив уверены, что 75 – это только начало. Начало нового пути. Сегодня потребкооперация области обслуживает более 430 тысяч сельчан и более 2 тысяч сельских населенных пунктов. Кроме того, в системе Облпотребсоюза занято более 16 тысяч человек, многие из которых десятки лет своей трудовой биографии отдали работе в этой сфере. Все это подчеркивает не только важность самого праздника, но и необходимость соответствовать тем запросам и требованиям, которые предъявляют потребкооперации, покупатели и демонстрируют ваши конкуренты. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.